Мы сейчас находимся в здании, которое было построено 5 лет назад, и Инна нам про него расскажет и покажет одну из квартир, которая была продана. Пойдемте. Инна, расскажите, пожалуйста, зрителям, как в Шобе сдаются апартаменты. У нас апартаменты сдаются уже полностью с чистовой отделкой, встроенная кухня, кухня у нас техника Siemens, гарантия на 15 лет. Что у нас есть? У нас есть холодильник, посудомоечная машина, духовая плита, вытяжка, стиральная машина. Также у нас встроенные шкафы, у нас уже полностью оборудованы санузлы, душевые. То есть, условно, вам нужно купить только мягкую мебель по ценам. Смотрите, стартовая цена в основном в Шобе начинается от 405 тысяч долларов. Если так, допустим, в дирхамах, примерно однокомнатную квартиру можно купить за 1 500 000. Это-таки все зависит от локации. В Дубае локация – это очень важно. Локация, инфраструктура и, конечно, застройщик, которого вы выбираете. Расскажите, для чего в основном здесь покупают недвижимость? Как инвестиции или все же для себя? И так, и так. У нас, конечно, очень много инвесторов, потому что Шоба действительно в цене очень растет. Качество на данный момент – это очень важно.